Оперативники БЭП Слонимского РОВД при поддержке коллег из областного УВД вскрыли хищение 10 тонн кормовой добавки. Схему незаконного обогащения придумал 54-летний руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Он предложил 67-летней знакомой, которая работает мастером в одном из сельхозорганизаций района, украсть соевый шрот. Женщина оформила подложные документы, по которым третий подельник, 25-летний местный житель, вывез сырье с территории предприятия. Милиционеры обнаружили похищенное на Брещине у покупателя, который не подозревал о его криминальном происхождении. Весь товар стоимостью свыше 24 тысяч рублей изъят.